В этом году отопительный период в городском округе начался 23 сентября, на 4 дня раньше, чем в прошлом году. Среднесуточная температура за окном уверенно продержалась ниже 8 градусов на протяжении 5 суток. Главное условие для запуска в работу всех без отключения котельных. 127 домов в микрорайоне Чкаловский будет отапливать котельные на улице Институтская. Исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Сергей Горелов посетил котельную через несколько часов после запуска оборудования. А вот и звук. Все. Это сейчас в трубу все пройдет, он прогреется. Все да, он 10 минут будет прогреваться. Да. Несколько дней все котельные будут входить в режим. На прогрев системы отопления требуется до 7 часов. До конца этой недели все генерирующие теплообъекты войдут в зимний график. Тепло пошло в 127 квартирных домов и на 8 социальных объектов. Потихоньку в течение недели будем запускать остальные котельные, чтобы обеспечить подачу тепла во все многоквартирные дома и социальные объекты городского округа. Первыми тепло подали в социальные учреждения. В первую очередь мы запускаем в социальную сферу, это общеобразовательные учреждения, детские садики, поликлиники, больницы. После этого сразу же приступаем к запуску многоквартирных домов. Центр города уже приступили, управляющие организации, к запуску, но с поэтапным и плавным пуском примерно неделя уйдет на запуск всего фонда на территории городского округа Щелково. Узнать, когда в конкретном доме будет подано отопление, можно в своей управляющей компании. Там же жильцам помогут устранить протечки, возникшие в квартире, на лестничной клетке или в подвале дома. Телефоны аварийной службы размещены на дверях подъездов или на информационном стенде во дворе. Аналогичным способом следует поступать, если у соседа топят, а в вашей квартире тепла пока нет. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.